Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Продолжаем проходить Silent Hill 2 ремейк. Хватит туда смотреть, блядь. Короче, грёбаный ящик. Как нам тебя освободить? Я сюда ходил или нет еще? Я уже забыл, куда я ходил, бля, в прошлой части. Куда ты ж ходил? Как стрёмно здесь вообще жесть. Так, ага. Туда надо залезть. Значит, сюда я не ходил, потому что я не помню, что я лазил куда-то через эту хрень. Грёбаные медсестры, блядь. Везде ходят, везде. Просто, блядь, повсюду. Так, потрошки вижу. Патрошечки. Пилочка. Так, ага. Еще темно так, кобздец. Темно, гадко. Непонятно, куда лезть, куда не стоит. Цепь-то куда идет? Она здесь оборвана просто напрочь. Цепь-то тут оборвана. А часы, блядь. Повернуть. А куда повернуть-то, блядь? Давай на 12 повернем. Наугад, блядь. Так, а куда? Куда повернуть ту стрелку, блядь? Где подсказка? Директор офиса, ага. Мне сейчас до директора офиса. Так, я отсюда вылез. Стену можно разломать. Пойдем тут пройдемся, блин. А я забуду тогда, где стену можно поломать. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Да. Это что такое? Это флешбэк опять. Ладно. Это не то, что нам нужно. Надо, наверное, проломить там стену, блядь, сходить туда. Или здесь все обойти, потом туда сходить. Где я вообще? Я вот здесь. Мужская раздевалка. А пролом он мне не по... Вот это вот кругляшком отметил или что? Бля, пришел туда, откуда зашел. Так, окей, куда медсестра-то свалила, бля? Чё-то я не понял, бля. Аж здесь где-то шарится. Куда она свалила-то, бля? Я здесь зашел. Она куда-то туда ушла. Куда ушла, непонятно. Ушла и спряталась, короче. Ну и хрен бы с ней.
Так бьет этой трубой по стене, как будто киркой так. Хотя это же не так. Watch it go dark. Скоро станет темно. В смысле, блядь? Я не хочу, чтобы скоро стало темно. Пилюльки какие-то. Это ничего не значит? Никакая цифра, случайно? Я не вижу тут цифры никакой. Странно. Так это я поставил, блядь. 12. Скорость станет темно. За мной следят уже год. Сколько таблеток в раковине? Час, когда звенят часы. Сколько раз померкнет свет? Сколько таблеток в раковине? Час, когда звенят часы. Сколько таблеток в раковине? Следят уже год. Сколько таблеток в раковине? Час, когда звенят часы. Сколько раз померкнет свет, блядь. Я хз, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таблеток в раковине. И чё нам это... О чём нам это говорит? Шесть, что ли, поставить. Все, я не могу их уже это шевелить, бля. Ну и чё теперь, блин? 2 часа, бля. Не туда, наверное, повернул, бля. А там 6. Чё-то произошло или нет? Произошло, эти твари прибежали. Больше, по-моему, ни хрена не про. Больше, по-моему, ни хрена не произошло. Короче, бля. Хрен его маму знает, блядь. Я что-то неправильно сделал, блядь. Ее еще и перетащить куда-то можно, блядь. Для чего только? И куда? Непонятно. Сколько таблеток в раковине, когда звенят часы? Ну-ка, это кодовый замок же, ёпта. Еще... А, записка же у меня, блин. Там было 6 таблеток, да? 6 таблетосов там было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть таблетосов. 2. И сколько раз померкнет свет, блядь? 6 таблетосов, 2. Ну-ка, ну-ка.
Блять. Так, инвентарь. За мной следят уже год. Сколько таблеток в раковине? 6, час, когда звенят часы. 2. Сколько раз померкнет свет? А хер его знает. Так. Раз, два, три, четыре, блядь. Год, блядь, это 1 или 12? За мной следят уже год. Сколько таблеток в раковине? А теперь... Сколько раз померкнет свет, блин. Ну, подбором последнюю цифру, хорошо. Последнюю цифру под перебором. Ну ты, блин, я думал, чё за херня, блин. Как это отгадать, блин? А это код просто был. Так, окей, одной цепи нету. Куда остальные идут, блин? Пошла туда еще одна. Пойдем. Сука, кто там, блядь, а? Вот кто там? Как мерзкий. А здесь у нас Мария была когда-то. В той больнице, но она пропала. Блять. Пиц, блин, страха наводят жути. Непомерно причем. Бутылочки продолжаем собирать, блядь. Еще где-то одна тварь. А вон она, блядь. Хорошо, она пока что туда пошла. Так, здесь нет ни хера, да? Здесь ни хрена нету. Цепь-то он туда куда-то уходит. А почему мы первую... Почему мы первую-то цепь не освободили? Мы же там все воткнули. Руку отшибли. В глаз впендюрили. А она не отвалилась. Где эта тварь? Сука, вы страшно, что-то кобздец, реально говорю. Да блин! Блядь. Ключ с лазурным глазом. Блядь, Сунцо, не по-твоему, мы ключ взяли с лазурным глазом, я вспомнил. А куда его применить, блядь? О, видишь, он как будто киркой, блин. Блядь, что-то страшно заходить. Вон она ходит. Тварь. Вот это, конечно, плохая, блин, история. Когда гад ползучий, который взрывается кислотой, и медсестра еще тут же, блин,
на тебя нападает. Это вообще жестко. Хорошо, хоть этого не было, ведь еще манекена какого-нибудь сраного. Напрягающие вот эти звуки. Так, вот эту херню надо отодвинуть, чтобы мы могли пройти. Блядь. Серьезно? А ты, блин, возьми ты ее, отодвинь, ёп. Как на тебя посмотреть, блин? Просто иной раз, блин, ни хера не делается, блин. Не появляется этот кругляш и все. Ты тресни, блин. Так, а тебя куда? Подожди-ка. Куда тебя подтащить-то, блядь? Хм. Я не понимаю, блядь. Куда ее надо подтащить? Ну-ка. А, ну это я вышел отсюда, блядь. А, все вижу, блядь. Жесть какая-то, жесть, просто жесть, блядь. Поехали, блядь, пролезешь сюда, нет? Навряд ли. Попробовать стоит. Пролез я. Нормально. Там тоже кто-то ползает, блядь. Сколько вас тут? Сдохни, тварь. Пнул меня все-таки своими культяпками вонючими. Блядь. Голосочком потом таки вякнул, блядь. Как будто девушка прям. Так, записка какая-то. Тоже, блядь, какая-то загадка, сука. Он опять пришел, смотрит, пялится, говорит, что притащит меня силой. Не хочу. Я ему не дамся. Куда притащит, блядь? А, это мы видели такую херню. Ключ. Кабинет директора. Допустим. И все, мы сюда заключим. Никто не знает. Бля, какое музыкальное сопровождение вообще жесткое. Так, значит, мы взяли ключ от кабинета директора. Кабинет директора, это нам налево. Пошли в кабинет директора, бля. Хули не шутишь. Так, а чё толку-то, блин, мы цепь-то так и не от... А, там пароль нужен, блядь. Боль уйдет.
Может быть и уйдет, а может быть и нет. Ржет кто-то, блядь. Ржет и издевается, блядь. Бери патроны, блин. Как пригодится. Очень мерзко ржет. Так, ну ладно, лестница, полезли, блядь. Хер ли делать? Третий этаж, неизведанное крыло. Хорошо. Сохранение прошло, кстати говоря. Ничего не происходит. Возьми, возьми. Так, красный провод у нас туда идет. Это что? 2.050 опять был в кабинете ЭСТ. Я проверила, в расписании его не было. Как он мог попасть туда самостоятельно? Откуда ему знать, как включать аппарат? Кто-то за это ответит. Почти уже скоро точно. Такие фразы, блядь, недвусмысленные. Что хрен поймешь, о чем речь. Почти уже скоро, блядь. Что скоро? Неизвестно. Так, у меня что в руках? У меня пистолет. Сука, опять, блядь, сопливит где-то. Тварь, блядь, сюда иди! Да возьми ты дробаш, блин, в руки! Мразота это, блядь, ползает здесь! Варь, блин, за тебя, сука, все патроны почти потратил. Мерзкое говно, блядь. Две медсестры, блядь, еще эта мразота ползучая, блядь. Ползает как... Не знаю, блядь. Быстрая, блядь, быстро ползает. Я, блин, растерялся, блядь. Застали меня врасплох, как говорится. Раз и плох. Так, окей, чуть... Куда это? Мне туда явно. Оп, стоп. Оп, стоп. Гоп-стопи. Зачем я сюда перелез? Не знаю. Да не зачем. Просто так. Мне сюда. Красный провод сюда идет. Значит, и мне сюда. Чуть-чуть пониже микрофончик, а то его съем, блядь. Ага, тут генератор. А там что, блядь? А тут толчок. И срез. И еще что-то. Я не успокоюсь, пока не найду решение. Не успокоюсь, не могу успокоиться. Я уже не знаю, как это сделать. Я уже не знаю, или я уже знаю? Так, это срез. Хорошо, нам генератор надо запустить. Блядь, по такому полу ползает. Он же в говне должен был в таком быть, что... Так, генератор завелся. Да.
Хрена себе. 9659. 9659. Зашибись, уходим, блядь. Вот мы знаем от второго этого. А куда ключ-то с этим, блядь? С каким-то там камнем, блядь. Я чуть не пойму нихера. Где эта дверь, блядь? Пошли код вводить. А, сука, тут же все по-другому, блядь. Все перекрыто, блядь, закрыто. Там, где было, там открыто, здесь закрыто. 9-6, еще 5-6. Только еще разок. Блять. 9-6-5-9. 9-6-5-9. Так. А как? Подвинуть. Чё подвинуть-то, блядь? Так, 9, 6, 5, 9. А ключ-то я знаю куда, вот сюда, блядь, да? Точняк. Кто там? Ну что там, что? Ничего? Прикол, блин. Минус один. Кнопка от лифта, блин. У нее еще колечко есть, блин. Смотри. А, надо одеть колечко, блин. Мне одному ведомый ангел, дева у двери. Никому не пройти по ее нитянному мостику. Нитяному мостику. Все падут под весом преступлений. Грехи подобны раздутым трупам. Она пожирает их. Пожирает и грехи, и грешников. Но мне дарит спасение, мой ангел. Окей, сюда кольцо надо. А где лифт, блин? Стесняюсь спросить. Дева у двери. Лифт. Бытовое помещение. А там же закрыто, блин. Так, ладно, давай сохранимся. Какой открывает эту херню, а там нет ничего. Вот это прикол, конечно. Столько лазили, да, и все зря, типа. Блять, а туда же не пройти. А вот он, лифт-то прям здесь, блядь. Понятно. Так, снаряжение. Кнопка. Поехали на минус первый. Сейчас там. Всем привет! Спасибо, что вы с нами. В эфире очередной выпуск программы «Сладость или гадость». Правильно ответив на вопрос, вы получите приз, о котором даже не смеете мечтать. Но, дав неправильный ответ, вы будете наказаны. Все зависит только от участника. Его зовут Джеймс Сандерленд. Джеймс, ты готов сыграть в сладость или гадость? Прекрасно, тогда первый вопрос. В начале 19 века в Сайлент-Хилле распространилась страшная болезнь.
унесшая жизни многих его жителей. Тела умерших бросали в озеро, там они обретали покой в подводной могиле. Сколько душ унес недуг? 1, 42, 67, 85. Знаешь ответ? Тогда запомни его. Кто знает, когда он тебе пригодится. А теперь второй вопрос. Пройдем по Сандерс-стрит на восток до самой окраины города. На лесопилку и кладбище можно выйти только по одной единственной дороге. Как называется эта дорога? Бахман Роуд, Мансон Стрит, Уилтсе Роуд. Ты знаешь? Очень надеюсь, что да. И, наконец, третий и последний вопрос. Несколько лет назад в Сайленхилле произошло жуткое убийство. Двое детей, брат и сестра, играли на улице, где на них напал убийца и изрубил на части топором. Куски плоти, размноженные кости, всюду кровь. Ужасная трагедия, как жестоко оборвались две невинные жизни. Первой жертвой был местный мальчик по имени Билли Локейн. Но, как звали вторую жертву, сестру Билли? Мириам, Хизер, Джулия. Это был последний вопрос. Ты правильно ответил на все вопросы? Тогда поздравляем, очень скоро ты получишь свой приз. Но берегись, если ты ошибся. Что ж, сегодня наше время подошло к концу, друзья. Спасибо, что были с нами, и до встречи когда-нибудь в болезни или в здравии. Пока-пока. Чё за херня? Что за бред? Вот и я про то же, блядь. Я ничего не запомнил. Да я даже ответов не знаю. Чё это за херня, блядь? Просто не знаю ответов я даже. Так чисто наугад, если. Сука, бля. Опять. Доставай дробаш. Вон она, собака, бля. Не собака, конечно, медсестра, но все равно собака. Еще так постанывает, бля. Поскуливаю. Как будто, блин, добрая. На самом деле говна кусок. Кто их такими сделал, блин? Я вообще историю эту не знаю, блин. Почему тут так? Что такое? О, блядь, это генератор же, который мы заводили. С Мэри. Здесь он работает. А что тогда здесь нам нужно? Хрен его знает. О, бля. А так он, ты туда все равно не упадешь, так что что-то... Не понял. А, я вот так кругом обошел. Теперь понял. Сука, да тут заблудиться можно. Как все... Обойти... Чтобы ничего не пропустить. Тихо. Погоди, блин. А, отсюда я пришел. Ага. Ну ладно, пойдем. Где ты, мразь? Выходи. Что там такое? Хорошо ж? Сука, так. Мразота ползучая. Да пошел ты нахер, блин! Как
Какого хрена ты на меня набросился-то, блядь? Чё за фигня, блин? Я так-то вовремя среагировал. Утырок, блин, проклятый. Набросился ко мне на меня, блядь. Вниматься, сука. Козлячья рожа, а. Покоцал мне, наверное. Я-то думал, там медсестра будет, блин. Там хрен ползучий. Подожди, патроны возьму. Спасибо. Где ты, мразь? Где ты и кто ты? Медсестра, да, стоит? Почему не пропустить? Зачем я сюда пришел? Тут сразу дробовик надо доставать и без базара шмалять. Так, хорошо. Пока что. Если б не этот черт. Так, ага, можно. Можно куда-то залезть. Зачем я сюда вообще пришел, я не понимаю. Тут все закрыто, блядь. Путь один. Через палеты и наверх. И чё? А я тут чё не... А, понял. Понял, что ни хрена не понял. Вот колечко, бля. Опа. Джеймс. Джеймс. Мэри. Ой. Мария, извини. Sorry. Anyway, но я рад, что ты жива. Anyway. Но? В каком смысле но? Anyway? Меня чуть не убили, я в жизни так не боялась. So а ты думаешь только про свою мертвую жену? Тебе на меня совсем плевать, правда? Нет, просто, когда путь рядом. Не бросай меня одну. Ты должен меня защищать. А я... Что с Лорой? Ты ее нашел? Yeah, да, но она убежала. What? Что? Надо ее найти. Yeah, you, да, ты... Really ты правда как за нее переживаешь? You know? Ты ее хорошо знаешь? Я... Нет, мы не встречались раньше. Мне ее просто жаль. Она совсем одна и... Не знаю, почему-то мне кажется правильным ее оберегать. Очень странно. Пойдем, надо ее найти. Пойдем, как отсюда выйти-то теперь, блядь? Я хер его знает. Я откуда пришел? Я пришел с этой дырки, блядь. А ты откуда тут взялась-то, интересно, блядь? Такая опа нарисовалась, блядь. Меня, говоришь, не убили, блядь. Сама живей живых. О, дверь открылась, ты посмотри. Ох, ёп. Здрасте, блин. До свидания. Здрасте, до свидания. А где я вообще? А я вон где, там закрыто. Это мне сейчас налево. Куда налево, блядь? Это что еще? Надо же, будем гулять под дождем. Очень романтично.
Мария, ты о чем? Стараюсь разрядить атмосферу, Джеймс. Мог бы и поддержать. Извини. Бля, мы к бассейну пришли. А нахер нам надо к этому бассейну? Опа. Нельзя, чтобы они узнали. Там чё... А, там ничего нет. В бассейне. Короче, нам через... Через бассейн надо идти. Хорошо. Даже патронов не положили. Сука, опять там кто-то кряхтит, блин. Опять кто-то кряхтит. А где мы, ёп? Это то, что я думаю? А что ты думаешь? Холодильник? Не выходит? Ага. Поможешь? Я? Ты же все-таки мужчина. Что это может помочь хрупкая девушка? Ладно. Боже! Что это? Выглядит не очень, да? На, пусть будет у тебя. Thanks. Спасибо. Блять, еще одно кольцо. С мордой какой-то. Так, куда дальше? Пойдем, думаю, я знаю, где место этим кольцам. Я тоже знаю. Но там-то одно кольцо надо. А не два. Пациенты станут диагнозом, который им назначен, когда мы констатируем выздоровление, поскольку мои действия всегда направлены на весь персонал, в особенности, когда симптоматика начала сглаживаться по результату терапии. Ничего не понял. Пациенты станут диагнозом? Бля. О, сохранялка, зашибись. Так, где это, блядь? Так это первый этаж, нам-то на второй надо. А вон лифт. А он рабочий? Нам же на второй, правильно? Я же так ослепну, Джеймс. А чё я, блин, в темноте, что ли, буду ходить? Ты чё? Я в темноте не хочу ходить. Слышишь? Чё ты от меня отходишь? Почему ты от меня отходишь? Так, давай кольца одевать. Блять. Я же говорю, что я ничего не вижу. И какой же... Что это? И какое же я же ей кольцо одеть? Джеймс? Что не так? Давай просто уйдем, хорошо? Давай не просто уйдем. Смотри, у меня есть медное кольцо.
А есть свинцовая? Я знаю, что я буду делать. Я буду сохраняться перед этим. Потому что я не знаю, какое кольцо одеть, блядь, лучше. Медное или свинцовое? Никто не знает, блядь. Ну, тот, кто уже прошел, только. Давай свинцовое оденем. В смысле, что подвинуть? Я неправильно тогда одел. Или тут два кольца надо было? Ну, свинцовая эта форма явно была не внизу. Что не так? Я думал, ты хотела уйти отсюда. Да, но... Мне здесь не нравится. Пойдем. Все будет хорошо. Правильно, ты же хотела уйти, вот мы и уходим, блядь. Мне вообще тут не нравится, блядь. Свершилось. Они здоровы. Мы, что ли? Пугающая записка, блядь. Это мы здоровы или кто? Ладно, дорогие друзья, на этом остановимся, продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все, с вами был Виталий, он же Монк, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, всем пока-пока и удачи.